Саша, кейс из Таганка. Сегодня хотим рассказать про очередную новинку компании Jabon. Это датчик UpMove. Анонсированы были они с UP3, с браслетом. И UpMove – это недорогое решение. Ну, недорогое теперь уже Относительно понятие, да, становится. относительно, да, в связи с изменившимся курсом. Но в США он стоит действительно очень недорого, порядка $50. 50-60 долларов, да, и вы получаете вполне себе полноценный датчик, его можно носить на руке, на кофте, где угодно. Давайте его, может, вскроем и посмотрим, что он из себя представляет. Это не Да. подробный обзор, потому что с ним надо ходить, мы пока его же просто хотим вам показать. Да, ну, в принципе, это обычный шагомер. Ну, точно. Да. Обзоров про шагомер уже было полно. Это, в принципе, такой же стандартный шагомер. Работает с приложением Jabon App. Если у вас был такой браслет, и вы хотите, там, я не знаю, своей супруге подарить, чтобы она с чего-то начала, Хороший условно, бюджетный подарок. да, то это вот, пожалуйста, UpMove. В комплекте нету, кроме браслета, ничего. А, еще есть зарядка, наверное, там какая-то. Кабель там должен быть. Или нет кабеля? Есть, короче, клипса для ношения. Сейчас посмотрим, что здесь есть. Инструкция. Сам Jabon браслетик на клипсе. Ну, точно не браслет, просто датчик. Шагомер. Назовем его так. Действительно, функции у этой вещи, ну, их, скажем так, несколько. Он считает шаги вместе с приложением Jabon App. А приложение Jabon App можно использовать с Health на базе iOS или, по-моему, там даже с программой Google для здоровья новой. Здесь одна единственная кнопка, вот эта вот. Одна единственная кнопка, индикатор и, по идее, может показывать время. И батарейка в комплекте идет. Батарейку надо вставить. Батарейка часовая, вот это вот, да, вот это на самом деле удобно, я забыл. Дело в том, что все браслеты компании Jabon нужно заряжать с помощью такого переходника. Здесь же, видите, как интересно, это большой плюс датчика, то, что вставляется часовая батарейка. Да, сама штука вот эта резиновая. Такие вещи мы уже видели у Fitbit, когда у них пульсометры и шагомеры встроились в ремешок, там в ремешок просто вытаскиваешь такую же клипсу. Да. Стандартным пинцетом или монеткой открываешь заднюю часть. Что-нибудь потолще тоже налезает. Нет монетки, О, Серег. вот она. Сейчас поцарапаешь. Все равно дарить на подарок. Все, я открыл. Но все равно дай монетку, чтобы закрыть потом. Там абсолютно простейшая, соответственно, группа Конечно. контактов. Jabon. Made in China. Ну и, собственно, вставляем батареечку. Сейчас я покажу. Вот так вот выглядит и датчик. Тут вот находится, соответственно, клипса пластиковая, чтобы на одежде носить. А, кстати, зачем я пинцетом, скальпелем крыловод специально есть. А, Ключ. открывашка. Да, не обратил внимания, простите. Все продумано до мелочей, как всегда у Jabon. Не поленились положить сюда и специальный ключ. Это очень хорошо. Я думаю, ты правильно вставляешь. То есть App — это такой датчик начального уровня для тех, кто только начинает следить за своей Фигуры. фигурой без каких-то продвинутых спортивных функций. О, У загорелся. Jabon App, да, вот загорелся Прям индикатор. красиво. Ну, да, действительно здорово сделано. У Вот. Jabon, Шаги и... да, по Bluetooth подключается к смартфону, работает с приложением Jabon. Здесь две иконки. Одна шагомер, другая фаза сна, то есть ночь. Луна Нет, ты его нарисована. когда переключаешь на ночной режим, он просто начинает. Его сперва надо подключить к смартфону, но мы сейчас не будем заморачиваться. Это все будет в обзоре на mobilereview.com Не, просто говорю, подробно. две иконки. Что одна Да. показывает шагомер, а другую луна, это у нас. Давай попробуем его сейчас вставить на место, и ты его сейчас куда-нибудь прикрепишь себе. Давай. У тебя джабоновская программка есть? Но мы сейчас его не будем подключать. Не хочешь? Ну, это просто в обзоре лучше будет показать, потому что сейчас видео это будет не очень хорошо. Надо с ним походить, Да, это надо посмотреть, как он работает. написать все. Не просто так там не за минуту делать. Составляется, кстати, тяжело. Наша задача — Как-то распаковка. вытаскивается. Видимо, дополнительные. Ремешки у фитбитов намного круче сделаны, чем у Jabon этого. Ты про Move?
Ну, вот про этот датчик. Ну, он там, видно, плотно сидит, потом может разноситься. Дополнительные ремешки продаваться, скорее всего, будут отдельно, как аксессуар. Да. Скорее всего, ты что-нибудь не так делаешь. Нет. А что тут можно не так делать? Стандартный обычный ремешок, который надо запихивать. Его, кстати, можно носить вообще без всякого вот этих вот всех вот штук, просто положить в карман и все. Или съесть. Или съесть. Работать будет от батарейки долго. Ну, как? Выйдет. Со временем. Такой Саша придумал радикальный способ. А? Хорошо, у нас скальпель. Скальпель всему голова. Главное, не порежь его. Во. Друзья, скальпель абсолютно полезная вещь. Мы с его помощью разобрали китайский iPhone. Вот разобрали Jawbone Upmove. Сейчас я покажу вам, как он выглядит поближе. Давай на мне. Да, сейчас его Саша прикрепит. Вот давай туда, да, на кофту. И начнет сразу заниматься спортом. Сейчас как раз самое время, уже 15 минут 12-го. Вот, отлично. Вот. Ну, на самом деле, это Саша очень радикально куда-то его прикрепил. Так можно с ним ходить. Можно вместо сережки. Можно с ним ходить, соответственно, понимать, сколько у вас шагов. Он вам поможет даже регулировать фазы сна. Jawbone Up 3 гораздо более продвинутый датчик. А Jawbone Upmove – это просто решение для тех, кто только-только начинает, не хочет тратить много денег на такое устройство. Либо что-то надо подарить. Все? И отделаться от человека. Не, ну это ты неправильно говоришь. Это хороший подарок. Я бы такой сам с удовольствием подарил бы кому-нибудь. Что отличает от Misfit Shine? Знаешь, берешь вот таких, покупаешь 10 штук и всем в офисе раздаешь. И с намеком на то, что, ребят, хватит сидеть в офисе, давайте уже будем двигаться, использовать мувы, джавбоны, и все будет хорошо. Спасибо большое, пока.